Hi, my beautiful people. Welcome back to my channel. It's me again, Jimmy, and I trust each and every one of you guys are doing fabulous. Now, on today's agenda, we're going to dive back into Rihanna, and this song is entitled Mom, I'm Dancing. So I've never heard of this song, and I'm really quite excited to check out my queen once again. Just before we dive in, please remember to like, share, and subscribe. Also, leave your comments down below. And let's check out this chart, guys. Are you ready? Dive back into the beautiful queen. Watch her hair, watch her outfit, her costume. She came out like she's a million bucks, guys. She is just so beautiful and so amazing to look at. I love this song already. Чем проще мы здесь, тем больше искры. Взгляд не быстро, но какой точно. Стой, ста, выбиваем прочно. Пусть плюется в пляс, информация летит. Музыка людей. Вот мой габарит. Video is just so exciting. I love all the creativity, the dance moves, everything that's taking place on the stage. Rihanna, of course, is conquering the show, but damn, guys, everything looks so amazing. Брависсимо! Спасибо. Живой звук. Абсолютно. Ну что, Юрий Николаевич, близко ли вам происходящее на сцене в такие моменты, скажите? Да, почему же нет? Слушай, ну я обалдел вообще, я не готов был к тому, что вот сидит рядом девушка, сидит вот
И вот так вот говорит, вот таким голосом. Мне очень понравилось, да, замечательно. Мама, я там... Ничего себе! Но это было не так низко, ну что вы. Знаете, это было настолько неожиданно красиво, неожиданно глубоко. Я совершенно был не готов. Хотя драматические артисты очень хорошего театра, очень известные, они показывали мне ваши номера, пораженные вашим голосом. Вот тогда я первый раз вас услышал. Но когда живьем, это ощущение намного сильнее. У меня практически нет слов, потому что очень сильное ощущение вот от первого знакомства с таким талантом большим. Спасибо большое. Спасибо. Пройдемся, продолжим идти по первому ряду. Пройдемся. Пройдемся. Карина. Обожаю тебя. Дианочка, ну ты, конечно, царица. Тебе единственное, чего не хватало, это двух гиен на поводках. Так вот же они стоят. Смотри, а этот не стал приседать, знаешь, что он стоя гиена уже. Не о вас шла речь, просто ее образ вот такой царственный, величественный, повелевающий своим вокалом и энергией. Эта песня, ну, она достаточно простая для тебя, как мне кажется, для твоего диапазона и для масштаба твоего таланта. Но ты даже ее смогла украсить какими-то вот чуть-чуть фолка было, да, чуть-чуть мистики, то, что ты любишь. Ты себя целиком проявила. Молодец. Спасибо большое. Ну, Толь, давай. Дианочка, я, признаюсь честно, являюсь фанатом твоего голоса, потому что, ну, он какой-то просто неземной, вот реально неземной, какой-то марсианский, там, я не знаю. Он, такая глубина в нем, Стас, почему ты встал? А я просто хочу посмотреть, как ты врач сейчас будешь. Не, а я не вру. Просто, чтобы вы понимали, этот простоял вот так, как, знаешь, человек на банкете уже да. третий час. И что я сказал? Я сказал, что песня мне не нравится. Не могу врать самому себе. Тебе я могу врать, а себе не могу. Но не нравится песня. Но песня, которая тебе не нравится, зазвучала так, что она тебе, ну, понравилась. Но она спела лучше, чем оригинал. Вот. А это уже победа. Я одна. Представляете, как Цой вот одним движением просто сейчас обидел двух девочек, теперь бы они это не так. Не будут с тобой здороваться за кулисами. Простите, но на вкус и цвет. Она вернется, тоже многим не нравится. Я вообще этой песни не знаю. Стас, а тебе нравится песня? Воскресенье, день рождения. Вот это нравится? Ты похож на маленького Клявера, я тебе уже сказал об этом. Сыночек. Про Клявера аккуратненько, ладно? Это последняя передача, где я с тобой снимаюсь. Но ты понимаешь, что это означает, что это в принципе твоя последняя. На телевидении. Хорошая финалочка. Не просто со мной, а в принципе. Давайте к Диане вернемся все-таки. От Стаса к Диане. Дианочка, да. Напомни, пожалуйста, что ты мне поставила... Мама, я танцую. Что ты мне поставила в прошлом... В прошлый раз... Я тебе поставила двоечку. Отлично. Так вот. Как самый объективный я член жюри. Я хочу тоже поговорить. Я ждала я этого. Я, честно говоря, для меня, все, что ты делала сегодня, оказалось пустовато. Мне не хватило наполненности, мне реально не хватило драйва, вообще драйва не хватило. Никого не слушай, потому что вот эти все, ты понимаешь, они все так и будут тебя все время хвалить. Им просто в кайф. А я скажу тебе правду. Раз всколыхнулось дно, давайте уже, я не знаю. Марк, говори. Когда после выступления твоего ребята говорят, Тимур и Тимур говорят «Живой звук», это очень важная история, потому что ощущение, что это звучит фонограмма. Действительно, это важно понимать, что ты живьем, это было круто, у тебя невероятный голос. Но я, знаешь, хочу тебе сказать одну вещь. Понимаешь, песня стала суперхитом. У нее больше 200 миллионов просмотров. И эта песня может быть простая, но в этой песне есть философия двух девчонок, двух Маш, которые разорвали всех. И интернет, и радио. Они сами написали эту песню, и под нее танцевала реально вся страна, не только страна. И хочется смыслов, идеологии. Вот этой. Мама, мы всех порвали. Все танцуют под нашу босую. Браво! Как сказала Алиса. Мне вот кажется, что все-таки исполнители делятся на две категории. Есть, которым нужен хит, а есть те, которые сами по себе хит. Вот у них просто неповторимый тембр или неповторимая манера. Что-то такое неповторимое, что ну вот просто вот отличает от всех, и все. Вот хоть он что споет. Вот Диана,
несмотря на свой такой еще юношеский, можно сказать, возраст, она вот как раз из тех исполнителей, которым даже хит не нужен. Она сама по себе хит. Ну, это мое мнение, да. Диана Анкудинова, друзья! Диана Анкудинова, девушка хит. Спасибо. Diana is so beautiful, guys. Honestly, she's just a queen. I love her small and tiny teeth. She seems so beautiful and so pure and amazing. And like they said, she's a hit herself. She is just unique and beautiful. Like, damn, guys. So I trust that you all enjoyed the video. Please remember to like, share, and subscribe. Also, leave your comments down below. Once again, thank you so much, guys, for checking out my channel. Stay safe and be blessed. Goodbye, everyone.